Сегодня в Брестской области действует более 500 клубов юных олимпийцев. В них состоят ребята, для которых спорт в приоритете. В юбилейном слете приняли участие 26 образцово-показательных коллективов со всей Брещины. Все они собрались в одном месте, чтобы отпраздновать Международный олимпийский день, встретиться со своими кумирами, известными спортсменами и их тренерами, сверстниками из разных городов Брещины, а также поучаствовать в состязаниях. Многие из ребят принимали участие в мероприятии не первый раз, а потому знали, без впечатлений не уедут. В прошлом году мы заняли 3-е место здесь. Очень весело, сейчас здесь хорошая атмосфера, здесь очень добрые дети. Приехала за впечатлениями, чтобы узнать много нового. В церемонии открытия юбилейного слета приняли участие представители органов власти. Заместитель председателя Брестского облсполкома Олег Величко торжественно открыл мероприятие. Спорт у нас это, в общем-то, приоритетный вид деятельности, это приоритетное направление государственной политики нашего государства. Сегодня многое в стране сделано для того, чтобы наши дети, наши более взрослые, наши спортсмены могли действительно реализовать себя в области спорта. Только 3500 объектов построено различных в нашей стране. Мы сегодня сами вот здесь находимся на прекрасном легкоатлетическом манеже. Рядом Ледовый дворец находится, да, водных видов спорта. В общем-то, Брест, в принципе, не зря поэтому называется столицей спортивной. В рамках Международного олимпийского дня состоялся первый областной фестиваль детского творчества «Олимпийская радуга», организованный представительством Национального олимпийского комитета Беларуси в Брестской области. Его участниками стали порядка 200 ребят. Все они на протяжении года присылали свои работы в рамках 3 творческих конкурсов на олимпийскую тематику. Декоративно-прикладное искусство «Беларусь олимпийская», спортивная кукла «Олимпийский талисман», спортивный болельщик «Вместе к победе». Авторы лучших идей – 29 юношей и девушек – были награждены дипломами и ценными подарками. Сегодня апофеоз тех мероприятий, которые начались 3 июня. У нас 3 июня первый раз прошел парад на Грибном канале, и парад открывал целый, можно так сказать, месячник олимпийского движения. А сегодня, 23 июня, во всем мире отмечается Международный олимпийский день. Мы закрываем комплекс этих мероприятий вот этим слетом и фестивалем творческим «Олимпийского радуга». В рамках мероприятия прошел яркий флешмоб «Мой любимый вид спорта». Все участники фестиваля, более 200 ребят из 15 городов и районов Брестской области, получили сувениры с олимпийской символикой от представительства Национального олимпийского комитета.